Вы знаете, я пошел на многие уступки, и чтобы этот бой получился, включая 168, включая весовую категорию, включая, да, место провождения, да. То есть это ужасно для спорта. Просто вы должны понимать, что это будет не спорт, это будет просто шоу, очередной просто бизнес-проект, который работает. Наоборот, я даже посмотрел, что как-то, знаете, как-то меня впечатлил тот момент, что как бы это действительно сейчас его как-то вернет в реальность. То есть он где-то он летал в облаках, где-то сейчас он наоборот опустится на землю, скажем так, и наш бой будет более реальный. Нет, для меня это очередной бой. Почему? Потому что, ну, скажем так, я уже завершил с карьерой, да, с боксерской. В такой момент, знаете, мы все знали, что этот бой будет. Мы все знали, мы все ждали, просто, ну, ждали очень долго, но все-таки это пришло. И здесь ничего персонального абсолютно нет. То есть здесь просто это бизнес-шоу. Вот это вот все мелочи, грязь вот эта вот вся. То есть неприятно. Вот просто. Вот прям по-мужски скажу, по-мужски, вот, да, вот если со стороны. То есть это недостойно. Это очень недостойно. Все, что он говорит, там я нокаутирую, я закончу свою карьеру. Ну, то есть он себе пытается набить экстра бонусы, но это смешно, это. Не то, что смешно, то есть это, мы же все понимаем, что это где-то подло даже. Скажем, о Канело, всего, чего он достиг, это действительно, это, ну, это очень много, это, ага, это грандиозно, ну, можно сказать, да? Просто вопрос в другом, как он это достиг, что он использовал. Я же не то, что ссылаюсь на это мясо, я же говорил по факту, по результатам лаборатории, по результатам врачей, что врачи говорят, то есть по результатам ВАДА-тест, я же говорю как бы про, не то что я говорю, я вслух, то есть у меня спросили, я говорю, да, я считаю, что он обманывает, что дело в мясе, то есть, ну, я не собираюсь молчать, да, то есть у меня спросили, я ответил. Если это кому-то не нравится, особенно в его команде, то, ну, точно это его проблема.